СММщиком, пиарщиком. Были планы поступать на журналистику? Футбол, хоккей. Я и занимался футболом, и с удовольствием слежу за результатами команд, как в России, так и за ее пределами. В футболе я болею за Ювентус, а в хоккее буду патриотом за Авангард. Баста моя игра. Последняя прочитанная книга «Ниссы» Дженсен Сара. Мне понравилось. Вполне понравилось. Мотивационная. Паста с беконом. Моя жена. Америка. Хотел бы побывать в Испании, так как люблю футбол, хотел бы побывать на матче. Ну и, наверное, еще в Италии хотел бы побывать. Проводить время, активный отдых с супругой, с дочерью. Например, вот зимой на каток ходили. Ну, дочь еще маленькая, года нет, поэтому без нее, но на коньках покатались с удовольствием.